Добрый вечер. Жень. Ау. Что делаешь? Как что делаю? Вот вешаю, видишь? Красиво? Потрясающе. Ну, с праздником тебя. И тебя также. Ну, вот видишь. Здравствуйте, Игорь Емельевич. Мы с вами в 79-м году. Я вас поздравляю с 60-летием цирка, которым вы работаете. Да, ну что ж, покажем такой маленький детский фокус. Давайте все хором. Приближается новый 79-й год. Елочка, зажгись. 3, 4. Получилось. Здорово. Пожалуйста, шампанское в зал. Мы гасим свет и смотрим хронику. В эти дни в Москве стояла настоящая морозная зима. В один из вечеров веселым представлением «Русская зима» встретил гостей столичный цирк. С хорошим настроением встречаем мы Новый год. Славным был год уходящий, в добрый путь год наступающий. С Новым годом, товарищи! С новым вас 1979 годом, дорогие гости старой квартиры! Ура! С Новым годом! И вместе с нами этот Новый год встречают заслуженный артист России Семен Фрода и, как вы уже поняли, заслуженный артист России Игорь Кио. С Новым годом! Игорь Емельевич, с Новым годом! Давайте присядем и поговорим о том, как встречают Новый год в цирке. Должен вам сказать, что артистам не везет, потому что 31-го вечером, как правило, дается представление, а 1-го утром для детей утренник. И вот я бы никому никогда не рекомендовал приходить на представление 1 января на первое представление, когда Дед Мороз пьяный, когда, знаете, черт знает что творится. Это так бывает. А родители что, трезвые, что ли? Родители, ну, дети трезвые. Игорь Емельевич, вам много раз задавали этот вопрос, миллион раз, и тем не менее, никакой истины на этот счет неизвестно. Вот банальный, откуда фамилия Кио? Ну, в 20-х годах все артисты искали себе псевдонимы. И вот псевдонимы нам нужны были такие восточные, броские, там, неожиданные. Ну и вот мой отец увидел вывеску кино, где буква «Н» не горела, вот так случилось. Я хотел вас спросить, вопрос профессиональный, но и фокусы потому так популярны, что это тайна, которая всегда волнует, и всем хочется всегда заглянуть за границу этой тайны. Вот вы, когда смотрите каких-нибудь знаменитых иллюзионистов, там, скажем, Дэвида Копперфильда. Вы понимаете, что там происходит? Ну, конечно. Да? Ну, секрет. Ни один иллюзионист не работает для того, чтобы удивлять своих коллег. Uh-huh. Он удивляет публику. А принципы-то работы одинаковые у всех. Секреты, так сказать. То есть вас никогда не восхищал никто из ваших коллег? Нет, почему? Может, восхищать, может, понравится его выступление. Но... Артистизмом, да? Да, блеском, конечно, некоторым. Конечно. Но не тайный, да? Да, тайн не бывает. Тайн не бывает. Как это грустно, в сущности, слушать. Вообще, всегда ведь секрет фокуса, фокус раскрытый, всегда разочаровывает. Безусловно. Поэтому самые трудные для иллюзиониста зрители – это дети.
Взрослый ищет обязательно какую-то сложную, таинственную, так сказать, разгадку, да? А ребенок мыслит просто, конкретно и скорее добирается до истины. Поскольку вы вспоминаете 1900, мы вспоминаем 1979 год и юбилей цирка, то я считаю, что нужно вспомнить самого лучшего генерального директора отечественных цирков Анатолия Андреевича Колеватова. Он поднял цирк на такую высоту, которую цирк и не заслуживал. То есть такой каскад наград, почетных званий. Колеватов привнес в цирк культуру, он же театральный человек. Дождь наград, который посыпался, пролился на цирк, вас коснулся каким-то образом? Да, я тогда получил звание заслуженного артиста. А сейчас какое у вас звание? Никакого, я ушел из Союза госцирка уже 10 лет. Я, так сказать, сам по себе... Вы заслуженным артистом остались, я полагаю? Не лишили. Не лишили? А у вас нет правительственных наград? Да нет, как-то нет в этом необходимости. Это несомненно. Ну, мало ли, они же могли этого не знать. Давайте гасим свет и посмотрим на экран. Игорь Кио! Товарищ Кио, что вы с нами сделали? А что? Как что? Ног нет. Рук нет. Фигура-то не та. Одна голова. Теперь все будут знать, что Олег Попов — это голова. Кибернетика. Двойное дно. Да не двойное дно, а ловкость. Цирковая ловкость. Тренировочка. Ясно? Ясно. Двойное дно. Ну, давайте я объявлю тоже. Мне так нравится эта работа. Вообще, если бы... не другая специальность, я, может быть, пошел бы в шпрехштальмейстера, потому что такое удовольствие. Внешность у меня подходит явно совершенно. Я представительный, большой, бессмысленный в некотором смысле. И поэтому такое удовольствие сказать, ну, скажем, как в старые времена. Выступает заслуженный артист союзных республик Игорь Кио! Ну, один номер, не просто трюк ради трюка, а такой сюрприз для старой квартиры. Гриш, помогите мне, пожалуйста. Так, руки, пожалуйста. Возьмите за руку мою помощницу с той стороны, с другой. А по моей команде мы выведем ее вперед. Итак, внимание. Раз, два, три. Вы изменились. Поздравляю. Поздравляю. Вы были блондинкой. Слушай, Игорь Емельевич, мы переходим дальше вот таким необычным для нас образом к другой теме. Хочу сказать, я вас с вами довольно давно знаком. Всегда меня поражает, как вы говорите всегда просто очень и с некоторой интеллигентной грустью о самых легких и самых веселых вещах. Вы, с одной стороны, человек шоу-бизнеса, и блестящей как бы карьеры, с другой стороны, никогда от вас не добьешься какого-то вот такого соответствующего поведения, триумфатора. И это мне всегда вас было очень интересно, всегда очень привлекает. Вот этот слегка грустный, интеллигентный иллюзионист, это достаточно вещь непривычная, согласитесь. Пожалуйста, оставайтесь таким всегда, и таким же элегантным, шикарным, замечательным, нашим любимым. Спасибо. Спасибо. Семен Львович. Вы прожили... Семен. Хорошо. Семен.
Вы прожили жизнь до сегодняшнего дня очень разнообразную в смысле профессиональных привычек. Вы были и инженером, и, естественно, артистом. Моряком. Моряком. Матросом. Старшина перстати. Что вы говорите? Да. Вот. Сейчас вы еще немножко приняли участие в цирковом мероприятии. Как было в ящике? Не душно? Нормально. Дело в том, что для меня все это было неожиданно, но, с другой стороны, если говорить о цирке, то даже вот в первом составе работал клоуном передачи «Абвгдейка».